Ух ты! Смотрите, тут книга! Может, это книжка про пиратов и сокровища? Нет, не похоже. Жаль, что я слишком поздно распознал ложь. Нет, читай сначала, не из середины. Итак, я решил взяться за перо, чтобы описать самый ужасный эпизод всей моей жизни. Ранним утром 1898 года Шерлок Холмс пригласил меня нанести совместный визит маркизу Коннингему. Друг мой, маркиз будет рад услышать, что мы нашли самоанское ожерелье, при этом опередив инспектора Бэйнса. Признаюсь, этот факт греет мне душу. Вы в самом деле раскрыли эту кражу, Холмс? Так быстро? Разумеется, Ватсон. И вовсе незачем было рыскать по всему Лондону, как настаивал наш дражайший Бэйнс. Он любит утверждать, что его методы ничуть не хуже моих, но факты в очередной раз это опровергают. Я столько лет участвую вместе с вами в расследованиях и пишу о них. Казалось бы, за такой срок я должен был научиться мыслить, как вы. Но в этом деле вынужден признать, я ровным счетом ничего не понимаю. Вы недостаточно наблюдательны, Ватсон. А ведь истина у вас перед глазами. Она очевидна. Очевидна? Посреди ночи прислугу вдруг будет звон колокольчика, который раздается из комнаты, закрытой на ключ. Слуги быстро одеваются и прибегают на звон. Из-за двери доносится отчетливый запах гари. Вскоре появляется сам хозяин дома, маркиз Коннингем, муж ограбленной маркизы. Он отпирает дверь ключом, который имеется только у него одного. В комнате уже занимается пожар, но они успевают как раз вовремя, чтобы потушить пламя. И только тогда маркиз замечает, что знаменитое самоанское ожерелье, хранившееся в стеклянном ларце, пропало. Вы все поймете. Проверим мою теорию, пока не прибыл инспектор Бэйнс. Оконное стекло разрезали алмазом. Чистая, аккуратная работа. Вот где было ожерелье. Видите, дырочка совсем крохотная, а на стекле не отпечатка. Это отметина, несомненно, след от алмаза. Кто-то пытался разрезать стекло, но ему помешали. Очевидно, вор хотел выбраться через окно, но не успел. Все окна заперты. Следов взлома нет.
Посмотрим, что за смятые нотные листы упали с рояля. Отпечатки крошечной руки перепачканы в саже. Не понимаю, почему нотные листы покрыты сажей? Что вы об этом думаете? Надо обыскать комнату, пока сюда не заявилась полиция. Возможно, нам повезет. В этих документах нет ничего интересного. Они адресованы главе Министерства торгового флота. Это сам маркиз? Когда слуги прибежали на звон колокольчика, они увидели следы ограбления и огонь, но самого вора не обнаружили. Эту дверь практически невозможно выбить. Ключ от замка был только у маркиза. Вор не мог выйти этим путем, пока слуги сами не открыли дверь. Свеча. Вероятно, она свалилась с люстры. За аквариумом никто не следит. На поверхности плавает мертвая рыбка. За этой ширмой вору было бы очень удобно спрятаться. Кража была совершена ночью. Полагаю, вор спрятался за этой ширмой и дождался, пока комната опустеет. Странно, тут никаких следов. Но я уверен, что вор прятался здесь. Собираясь покинуть комнату, видимо, через окно, вор опрокинул стул, и тот загорелся. Да, но почему вор не пытался сразу же его затушить? Отпечатки ног. Вы же не собираетесь ползать на коленях и разглядывать их? Нет нужды. Это сажа. По всей видимости, слуги запачкались в ней, пока тушили пожар. Пожар начался здесь, под шнурком колокольчика. Тот, кто дернул за шнурок, должен был поджарить себе пятки. Значит, сигнал подали еще до начала пожара. Странно, на каминной полке перевернуто несколько предметов. А, мистер Холмс, вы уже здесь. Доброе утро, инспектор. Вы как раз вовремя. Скотланд-Ярд как кавалерия. Мы всегда вовремя. А, узнаю эту пренебрежительную улыбку. Вы уже раскрыли дело, Холмс? Возможно. Действия вора были весьма необычны. Это настоящий акробат. Но вот я чего не понимаю. Когда слуги вошли в комнату, там никого не было. Пусть он акробат, но ведь не невидимка же. Получается, вор удрал до прибытия прислуги. Уж не знаю, как ему это удалось. Пол балла доктору, 0 баллов инспектору. Рад, что вы находите все это забавным, мистер Холмс. Потрудитесь объяснить. Доктор Ватсон справедливо подметил насчет акробатики, но не довел свою мысль до конца. А вы, Бэйнс, не правы в корне.
Когда слуги вошли, вор находился в комнате. Черт бы вас побрал, Холмс! Не томите! Как 8 человек могли не заметить вора в комнате? Не знаю. Вор был маленький? Хватит дразнить нас, Холмс! Совершенно верно. Воришка был маленький и необычайно проворный. Хотите сказать, что это обезьяна? Да, дрессированная. Золотистый львиный тамарин, родом из Центральной Америки. Животное несколько часов пряталось в комнате, терпеливо выжидая. Когда наступила ночь и комната опустела, с помощью высокочастотного свистка хозяин подал обезьянке сигнал. Пора сделать то, чему ее обучали. Она выбралась из своего убежища, с помощью алмазного стеклореза вскрыла ларец и вытащила ожерелье. Затем обезьянка направилась к окну у камина, но по пути задела стул. Он упал, сбил каминную решетку и начался пожар. Напуганная обезьянка спрыгнула с камина, ухватившись за веревку колокольчика. Звон разбудил прислугу. После этого она подбежала к окну и начала орудовать стеклорезом. Но тут прислуга стала ломиться в дверь. И обезьяна снова запаниковала. Она пробежала по роялю, разбросав по полу ноты, а затем запрыгнула на люстру и ненароком столкнула одну свечку. Наконец, слуги и хозяин ворвались в комнату. Пока они тушили пожар, дверь оставалась открытой, чем не преминул воспользоваться наш шустрый маленький воришка. Вот так все просто. Гениальное объяснение. Браво, Холмс! А ожерелье? Я прямо сейчас смотрю на него. Оно перед нами. Но, Холмс, мы же обыскали всю комнату и ничего не нашли. Потому что вы забыли о единственной жертве этого преступления. Какой жертве? Никто же не погиб. Вы ошибаетесь. Бедная золотая рыбка нашла свою смерть под тяжестью одного из самых дорогих ожерелий в Англии. Аквариум стоит прямо под люстрой. Вот оно что. Полагаю, обезьянка повесила ожерелье на шею и обронила его, когда прыгала с люстры. Драгоценная вещица упала на дно аквариума, где лежит и сейчас. Вот ваше ожерелье, сэр. Оно не пострадало, лишь намокло. Блестяще, мистер Холмс! Вы оправдали свою репутацию! Благодарю, маркиз. Желаете удостовериться в подлинности ожерелья? Что вы, я его узнаю! Я же столько часов им любовался! Что ж, тогда я положу его обратно в сейф. Инспектор, произошло нападение на банк! Скорее за мной, приказ Скотланд-Ярда! О, времена! Ну, служба зовет. Мое почтение, маркиз. Поздравляю, мистер Холмс. Ожерелье снова на месте. Идемте, Ватсон. Мы и так потеряли много времени. А, хорошо, как скажете. До свидания, маркиз. Всего хорошего, джентльмены. Еще раз благодарю. Холмс, вы видели, что тут про вас пишут в утренней газете? Еще нет, Ватсон, и мне сейчас некогда. Лучше прочитайте, это возмутительно. Раз вы настаиваете.
Принц Вудвилл, знаток французской кухни и любитель волынок, может стать нашим королем? Подумаешь, новость. Холмс, вы прекрасно понимаете, о какой статье идет речь. Как смеет Фарли порочить вашу репутацию? Всякий успех вызывает зависть. Что же касается подделки ожерелья, мы скоро узнаем, насколько эти сведения соответствуют истине. Входите, инспектор Бэйнс, не заперто. А, мистер Холмс, как вы узнали, что я здесь? Вы один из немногих посетителей, кто всегда перешагивает через предпоследнюю, страшно скрипучую ступеньку. И это позвякивание наручников. Так что привело вас, инспектор? Газетенку. Видели? Инспектор, что это за клевета? Неужто самоанское ожерелье в самом деле кто-то подменил? Не знаю, как репортер добыл эти сведения, но он не лжет. В том, что касается ожерелья, конечно. Сомневаться в честности мистера Холмса? Что за вздор? Но кто мог подменить ожерелье? Перед тем, как Холмс вернул его на место, маркиз подтвердил, что оно настоящее. Я сам свидетель. Маркиз верит тому, что написал Осмонд Фарли. Я не удивлюсь, если репортер действовал по чьей-то указке. Он работает вне штата и известен скандальными статейками. Так или иначе, маркиз утверждает, что вы были последним, кто держал ожерелье в руках. Давайте вернемся туда, Холмс. Уверен, мы без труда выясним, как все обстоит на самом деле. Пустое. Подобные голословные обвинения разваливаются сами с собой, как суфле миссис Хадсон. Пусть этим занимается полиция. У нас с вами есть дела поважнее. Пожалуй, вы правы. Полагаю, фальшивое ожерелье при вас, инспектор? Ваше начальство желает, чтобы я осмотрел улику? Мое начальство желает от вас ответа. Подменили вы ожерелье или нет? Это срочно. Я должен нанести визит лорду Перегрину Мейтланду, епископу Найтсбриджскому. А маркиза? О, маркиза вне себя. Ее брак теперь под угрозой. Ожерелье было важнейшей частью ее приданного. Да уж, счастливый брак. Холмс, простите мне мою настойчивость, но разве вы не желаете взглянуть на подделку? Ватсон, у меня назначена встреча, и я не могу позволить себе опоздать. Это займет всего пару минут. Надо разоблачить гнусные инсинуации этого репортера. Позвольте, инспектор. Пожалуйста. Отлично. Это жемчужина другого цвета. Три жемчужины низкого качества. Эта жемчужина слишком маленькая. Она не на своем месте. Слишком много дефектов. Ожерелье фальшивое. Топорной работы подделка. Ее изготовитель даже не пытался добиться сходства с оригиналом. Но как же мы проглядели столь вопиющий обман? Не понимаю. Да, очень странно. Холмс, есть предположения на этот счет? Пока никаких идей. Вы настояли, чтобы я осмотрел ожерелье, я так и сделал. Теперь мне нужно успеть навстречу. Уверен, инспектор, вы справитесь без меня. Холмс! Идемте со мной, Ватсон, если вы не заняты. До свидания, джентльмены. Если что-то выясню, сообщу. До свидания, инспектор. Значит, мы направляемся в дом какого-то епископа? Да, епископа Найтсбриджского. Адрес отмечен на карте Лондона. Заберете ее с моего стола? Хорошо, Холмс. Да, нашел.
Полиция? Уже? Как вы узнали? Можно увидеть епископа. Да, само собой. Проходите. Что здесь произошло? Да, что? Я не знаю. Видимо, это случилось ночью. Я пришел сюда и обнаружил все это. Боже мой, какой ужас! Я еще никому не сообщил, откуда вы узнали. Холмс, взгляните. Епископ, он страшно изуродован. Чудовищно. Изувечили и убили такого человека. Немыслимая жестокость. Посмотрите, его ведь даже не узнать. Как могли божьи дети сотворить такое? Видимо, блудные дети. Постарайтесь успокоиться, преподобный. Нам необходима ваша помощь. Как по-вашему, каков мотив убийства? Я не успел толком осмотреться. Вроде бы ничего не пропало. Да у его преосвященства и не было ничего ценного. Даже не знаю, что вам еще сказать. Запишите это, доктор. Доктор? Так вы не из полиции? Нет, преподобный. Я Шерлок Холмс, а это доктор Ватсон. Нас пригласил к себе епископ. Тогда прошу вас удалиться. И ничего здесь не трогать. Мне нужно немедленно сообщить обо всем в полицию. Послушайте, когда Скотланд-Ярд заходит в тупик, а такое бывает на удивление часто, они обращаются за помощью ко мне. Позвольте нам провести расследование, и тогда, уверяю вас, вы получите ответы на все вопросы. Об этом не может быть и речи. Я вас даже не знаю. Нет уж, я вызываю полицию. Прошу вас, держите себя в руках, преподобный. Ватсон, вы записываете? Дело обещает быть весьма непростым, так что нельзя упустить ни малейшей детали. Да, Холмс. Я скрупулезно фиксирую каждую мелочь и составляю дедуктивную таблицу. Пока с уверенностью можно сказать одно. Это не убийство с целью наживы. Преподобный сказал, что ничего не украдено. К тому же у епископа попросту не было никаких ценных вещей. Превосходно, Ватсон. Продолжайте. Эта печь переполнена. Пальцы переломаны и раздроблены. Пальцы переломаны и раздроблены. Живот весь в царапинах. И очевидно, что они появились уже давно. Значит, это не убийцы нанесли ему такие раны. Ему изодрали предплечья, сняли целые куски кожи. Что скажете, Ватсон? Я бы сказал, что его пытались сожрать заживо. Однако я заметил странную дегенерацию кожных покровов вокруг ран. Ему изрезали грудь, и я бы сказал, что сделали это очень острым и тонким ножом. По выражению лица видно, что он перенес страшные мучения. Кровь на губах и вокруг, меж зубов видны фрагменты кожи. Мой дорогой друг, все указывает на то, что он сам обглодал собственные руки. Это немыслимо, Холмс! Thank you.
кусок веревки, которым связали несчастного. Разбитая склянка и кровь возле горлышка. Какой необычный запах! Фу! Похоже, химические реактивы. Разбитая бутылка виски. Ха. Странно. Епископ Найт Прижский слыл аскетом и трезвенником. Бутылка виски. Видны отпечатки пальцев со следами крови и грязи. Похоже, что злодеи, пытавшие епископа, находились под воздействием алкоголя. На этом пресс-папье кровь. Этим пресс-папье жертве ломали пальцы. Его ступни обожжены. Я бы сказал, что он носит обувь 9-го размера. Вы? Но что это значит, Холмс? Несчастному связали ноги под коленями. Чтобы не дать ему ходить, оставив при этом свободными ступни. Палец. Он явно принадлежал не епископу Найтсбриджскому. Чудовищно. Чудовищные ожоги. Господи, Холмс, этого человека жестоко пытали. Здесь чего-то не хватает. Да ну, что бы это могло быть? Обувь. Ватсон, на нем нет обуви. Не открывается. Не открывается. Не открывается. Мне нужно что-то, чем можно было бы открыть сейф. Есть у вас какой-нибудь инструмент? Нет! Пойдите к черту! Чего вы боитесь, преподобный? Что там внутри? Я ничего не боюсь. На самом деле у меня есть то, чем можно открыть сейф, но отдам я это только в руки представителю закона и никому другому. Аккуратней, Ватсон. Смотрите под ноги. Надеюсь, вы заметили следы на земле. В самом деле, грязные отпечатки. Следы ног, Ватсон, зачастую могут рассказать больше, чем целая толпа осведомителей. Да, если только уметь их понять. Это элементарно, Ватсон. Для начала исключим из картины следы наших с вами ног, а также следы его преподобия, которому так не терпелось поскорее вызвать полицию. Эти следы от дорогих ботинок и, похоже, свежие. Это не башмаки рабочего. Подбитые гвоздями башмаки. Такие носят рабочие. Обломок камня. Любопытно. Поношенные ботинки с необычным рисунком подошвы. Подбитые гвоздями башмаки. Такие носят рабочие. Подбитые гвоздями башмаки. Такие носят рабочие. Подбитые гвоздями башмаки. Такие носят рабочие. Размер 9. Размер 9,5.
Размер 9,5. Размер 9. Размер 9. Размер 9. Неправильно. Начнем заново. Неправильно. Начнем заново. Отлично. Теперь мы знаем, что злодеев было трое. Неправильно. Начнем заново. Чудно, но так и есть. Один из них ушел отсюда уже в другой паре обуви. Перед нами следы трех человек. Эти люди зашли и вышли, но на одном из них, когда он уходил, была уже другая обувь. Осталось найти рабочего, который носит пару итальянских туфель. Хирургический скальпель. Он покрыт кровью. Нет сомнений, что раны на теле епископа нанесены этим скальпелем. Портрет Перегрина Мейтланда, командира пехотной бригады гвардейцев Ее Величества при Ватерлоо. У епископа Найтсбриджского то же имя, что и у его предка. Прославленное семейство. Хлыст? Это дисциплина. Плеть для самобичевания. Это волосиница для умерщвления плоти. Епископ носил ее в знак покаяния. Этот набожный человек применял к себе покаянную практику умерщвления плоти путем бичевания. Этой металлической булавкой застегивали волосиницу. На этой двери нет следов взлома. Куда она ведет, преподобный? В комнату его преосвященства. Там только матрас и стул. Спальня епископа. Очень аскетичная. Здесь нет ничего интересного. Закрыто. На двери веранды нет следов взлома. Странно. Вы можете дать мне ключ? Нет. Вам тут нечего делать. Я зову полицию. Может, не стоит с ним спорить, Холмс? Может, позволите мне решать, Ватсон? Вы не имеете права вести обыск. Откроем дедуктивную таблицу, Ватсон.
прекрасно. Очевидно, убийцы пытались найти вполне конкретную вещь. И это им не удалось. Преподобный, еще раз прошу вас, откройте сейф. Там лежит то, за чем они охотились. Уверен, преступники это так не оставят. Они еще вернутся, чтобы закончить начатое. А я еще раз повторяю вам, что сейф я открывать не намерен. Что ж, тогда мы зашли в тупик. Упрямый вы человек, преподобный. Ватсон, проводите нашего друга в управление полиции и вызовите инспектора Бэйнса. Только Бэйнса, ясно? Я подожду здесь. Идите. Наконец-то я один. Теперь можно продолжить расследование.